православные верующие вступили в один из наиважнейших этапов своей духовной жизни – Великий пост. Он продлится 7 недель. Для верующих это время молитв, служб, духовных и телесных подвигов. Великий пост является подготовкой к встрече Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Великий праздник православные встретят в этом году 28 апреля. Главными задачами в период Великого поста является усиленная молитвенная практика, покаяние в грехах и отречение от чувственной суеты. Православные богословы подчеркивают, что аскеза должна выражаться не столько в отказе от употребления мяса и молока, сколько в духовном очищении человека. В Беларуси более 75% населения относят себя к православию. Второй по количеству верующих является Римско-католическая церковь. Католики составляют 14,5% населения Беларуси. Это свыше 1 400 000 человек. Всего же в стране насчитывается 25 религиозных конфессий. Общая численность религиозных общин составляет более 3 500. Свобода вероисповедания гарантирована Конституцией Беларуси. В стране не было религиозных войн, а уровень межконфессионального диалога оценивается как высокий. Церковь и государство взаимодействуют в решении вопросов социальной сферы. Свою помощь предлагает церковь в системе духовного образования и обучения, оказывает помощь одиноким, престарелым и малообеспеченным. Государство поддерживает конструктивные инициативы представителей различных религий.